Всем привет, с вами Док 56. Пришла вот такая вот штука. Виктор, четырехканальный. Он себя представляет радиола, скорее всего, были больше, чем проигрыватель винила. У него есть встроенное радио, усилитель, и сверху стоит проигрыватель винила. В принципе, кстати, даже выглядит очень неплохо для своих лет. Ему около 50, наверное, лет. Примерно, может, чуть поменьше. Что он умеет? Сразу получается идет воспроизведение. Как только взял в руки этот тонар, поставил на пластинку, то есть у него нету отпуска тонарма. Он четырехканальный, его можно подключить 4 колонки. Есть 3,45 скоростей на нем стандартно. И есть вот такая кнопка, которая поднимает тонар минимум поднятия, и есть автовозврат, то есть он находит на автовозврат. И также есть у него автостоп. В конце он проигрывает и вводит также тонар обратно. Так, штука довольно-таки такая интересная. Весит не так уж и много, по питанию ест не так уж и много, достаточно всего лишь на 60 ватт, не больше. Что есть? Есть выход под микрофон, я пробовал, кстати, можно петь, довольно-таки неплохой звук. Фона, это значит проигрыватель пластинок, и радио FM AM. Ну, естественно, у японцев у них FM начинает с 76 до 90. Наши волны прям в самом конце попадают, но немного. В принципе, можно показать. А, да, антенны у меня нету. Поэтому, может, ничего и не поймаем. Нет, ничего не поймаем. Ну, что-то есть такое. Ну, как можно, в принципе, сделать. Многие как бы делают его, переделывают волны. И как бы заморачиваться не буду. Это пришло в подарок человеку, людям подарок. Как бы хотим подарить. Как бы штука не совсем дорогая, не совсем дешевая. В подарок прям самое оно. Примерно. На продажу она бы стоила там, ну, где-то 14 тысяч рублей. Дешевле никак, потому что доставка дорогая. Так, симпатичная вещь. Возят их мало, потому что они особо спросом не пользуются. Их мало берут, потому что прям по качеству проигрывания пластины, конечно, наступает. Я уж не говорю про Yamaha. По многим, наверное. Ну, как бы поют довольно-таки неплохо. Четырехканальный, и головку, если поставить. Хотя тут стоит даже новая иголка. Может, даже что-то и выйдет. Вот так, такая штучка. Всем пока. С тобой вдвоем снова.
Всем привет, с вами Док56. Пришли колоночки сегодня Technics SB6. Пришли знакомому. Заказал по просьбе. Состояние очень хорошее. Пришли они с грилями. Это очень большая редкость. На самом деле, как бы я не видел, чтобы были они с грилями. Выполнены они в магнитном креплении. То есть поменял я на самих колонках магниты. Вешается довольно-таки просто путем намагничивания. Здесь, в принципе, все прилично. Сами колоночки чистенькие, хорошие. Для них сделал подставки из дерева. Просто покрыл морилкой и залачил. И вот такие вот пятаки для того, чтобы колонка не портилась. И ножки. В принципе, выглядят они неплохо. Подставки у меня стоят такие же, под диатона. Просто я еще добавил туда шильдик. Сюда шильдик как бы просьб не было, поэтому отдельно, наверное, ставить не буду. А так, в принципе, выглядит достаточно прям симпатично. С грилями, конечно, не очень, без грилей как бы очень даже неплохо. Звучание через камеру бесполезно что-то показывать. Довольно-таки чистый басистый звук. Очень даже неплохо. По басам они выигрывают у диатонов. Всем пока.